Красота. Ну я просто чуть-чуть ее изменяю, всякие вариации. По-своему. А кто это? Это песня смотрели? Любая. От чего это песня? Понял. По-своему переезд. Спой эту песню.
кресте я ночам. Жаль, что пошел он родимый пацанок. Час кончины моей. Вспомни меня, моя малая родина, как одного из своих сыновей. О, не бегут озари яркалые, вижу среди них я коня своего. Все говорят, что родина малая, а для меня больше нет ничего. Я ни разу вообще даже на клавишных ни разу не играл. Я в этом в пионерском лагере там на трубе играл, ага. Ну, на гитаре там потом так. А так вот на клавишных вообще нет. Да, я хотел музыкально пойти на гитару, но меня направили на баян. А потом на гитаре научился. Молодец. Баян оставил. И вот сейчас пытаюсь заново, то есть некоторые. Я приемы изучил, что такие там АМ, положение пальцев. И уже можно по нотам для гитары. На баяне. Да. Thank you.
Ора. Мама любила эту пластинку. Уланес Огинск. Изначально он для фортепиано. Да, да. А потом его и на скрипичных, и на баяне, на всем угодно. Изначально фортепиано. Пьянофорте. Я говорю, мама очень любила мою вот эту пластинку. Я до сих пор все время это еще было так проигрывать. Полонез Огинского. Но она действительно такая вот. А она что-то рассказывала еще о деревне так? Ну, что-то ничего рассказывала. Она, наверное, мало была в деревне вообще. Ну, в 7 лет она уехала. Ну, вот, да. Ну, это она... ни о чем. Как ну, бы да, 7 да. лет это что. Ну, ладно, ладно. Да, что еще такое семья? Как же он играет? Thank you.
молодец, Дим. Просто давно гармошки это не слышал, и все в таком исполнении, конечно. Нормально. Молодец. А так здесь кто-то у вас играет, например, на гармошке? Раньше играли, сейчас никому. Сейчас... Ну вот я говорю, сосед играл, ага. Лёшка. Потом там еще на Горыще, где мы проходили, там играли. Были баянисты, ну, старого поколения. Ага. Ну, наверное, больше гармонисты, ну, наверное, да? Ну, гармошки, да. Ага. Ну, гармошка, баян тоже, да. А сейчас, раньше я говорю, тут как вот какой-то праздник или еще что-то, все время гармошка слышна в деревне. Сейчас все, вот, ну, ты, понятно, вот да. Ты сейчас душу вселил. Чуть-чуть. Да, да, как-то оживил. Сейчас, да. Вот машина проехала, думаю, нифига себе, что-то там, внучок вот Валеркин, думает, нифига себе, что это такое. Это, конечно, сейчас уже редкость большая. Очень хорошо знаю. Наш любимый. А он рисовал еще. Рисовал еще очень хорошо. Вот музей там, вот где Крокус Сити Холл, вот этот, который там, и там у него музей был. Магомаева. И мы тоже первый раз видели такие картины красивые вообще. Просто. Красками, да? Молодец вообще. Муслим это. Низко-низко, а потом как высоко взлететь там, прямо, как раз где припев. Ты петь будешь? Ну да, вот это ее как раз. Mm-hmm. Я уже сейчас подобрал, то что дай попробую, думаю. Ну, с оригиналом тебе, конечно. Ну, конечно, туда. Не замахивайся. Ну, сказали, я сделаю, я сам не прошу с ним. Ну да, да. А у нас вот это, как, ну, радио. Есть, ну, мои любимые эти, как бы, радиостанции интернетовские, и там Магомаев, ага. И Высоцкий, ага. Два на метра таких. Да. Магомаев, конечно, это. Ну, да, но мне вот Хворостовский, наверное, больше нравится, чем Магомаев.
А мне как-то Хворостовский не зашел, как, знаешь, говорят современные. А мне вот слушать ладно, а вот когда я как увидел, как он поет, вот это да, прям цеплянуло. Потом я уже начал прослушивать его сильно-сильно. Хорошо, прям сильно очень голос. Баритон, да. Но Магомаев повыше пел, да? Ну, я не знаю, выше, ниже, я как-то тут... Ага. Мне просто Хворостовский, не знаю, как тут, не нравится он мне. Магомаев легко пел. Магомаев, он не поет, он как дышит. Он... Ага. А когда вот эти пытаются вот ноту взять или какое-то вот это усилие какое-то, у него каких-то вот видимых усилий нет. Он просто... А Магомаеву кто писал песни? Он разных композиторов пил. Да. И Пахмутова. Там у него много. У него есть и свои, кстати, песни. Вот да, мне интересно. Есть и свои. Да. Есть и свои у него. Я сейчас на скидку не помню, но хорошая тоже песня. Ну, он вообще очень такой одаренный человек. На итальянском. На немецком, на английском, на французском языке. Вот просто. Он в Италии долго обучался пению. На пению, да? Пению обучался в Италии. Его как там, ну, из лучших там посылали туда на стажировку. Он стажировался там. Ну, оперный певец изначально. Петь недавно с ансамблем. Ну тоже вот голос, не, вот, ну как сказать, у Расторгуева есть голос. Не Магомаев же, но. Ну конечно. Ну, нет, это даже сравнение нет. А слушается все равно, тут как бы важно, как человек вот конечно. От души поет или нет. А как, ну есть голос, есть. Ну, вот все ноты, да, ну, голос, все да. Ноты выговаривает, а слушать невозможно. Да, да. Это все. Так что тут дело. Как споешь, так споешь. Самое главное от души. Расторгуев он с душой поет. Да, вообще. Да. Такое. Да и много таких, что вот Марк Бернес, что ну прям вот он такие высокие ноты брал. Что... Акуджава. Акуджава. Вообще, да, ну ты вообще руками, ну, да. Поет спокойно. Как это сейчас вот, как это посмотришь, голос дети там эти. Uh-huh. Они там не поют, а кричат, орут там что-то из себя такое. Как вытягивает, это спокойно просто раз-раз все сказал, все, что надо. Что кривляться и орать там, вот, что вот. Не знаю. И вот Магомаев вот и нравится, что он как-то вот без вот натужности какой-то, он как вот поет... И вроде и высокий берет, и низкий, и вот все там о море, все выговаривает. И, ну... Еще на фортепиано же он играл. Да. Он пел прям под это. Да, да. Да нет, он музыкант, настоящий музыкант.